Всем привет! Я Александра Соколова, а рассказываю о жизни в Турции и с 2009 года продаю недвижимость в Мерсине. Сегодня я вам покажу квартиру с особым шармом в 20 метрах от моря рядом с набережной в районе Теджи. Квартира с особой изюминкой, с большой террасой, с панорамным видом. 2+1, две спальни с хорошим ремонтом. И здесь все создано, чтобы быть красивым, чтобы наслаждаться красивыми видами. Отличная локация, прекрасное утро вы сможете встречать с этой террасы, потому что солнышко как раз встает на террасу, что обеспечивает вам днем в жаркий день прохладу, как сейчас мы находимся в тени. Интересное предложение, давайте его рассмотрим. Смотрим квартиру. Находясь на такой большой террасе, ты понимаешь, что ты действительно живешь на море. У тебя большая терраса, в прохладное время здесь чудесно находиться и прекрасный вид. Как я уже сказала, до моря 20 метров, и это буквально второй дом от моря. Фактически 180 градусов обзор моря, удобная локация, рядом базар по субботам. Вот здесь вот городской транспорт, все магазины, АБИМ 101. Такая вот большая терраса, на которую можно выйти из салона. В квартире хороший свежий ремонт, гидроизоляция крыши, это верхний этаж пятиэтажного здания. Правда, без лифта, но хозяева очень находчивы, и они придумали вот такой вот лифт для поднятия грузов. В Турции у нас это так бывает. Что-то поднять, если нужно наверх, воду, продукты, то есть поднимать с помощью вот такого подъемного устройства. Квартира продается без мебели. Да, еще обращу ваше внимание, есть вода, чтобы мыть террасу, слив воды. Здесь все сделано по уму. Также имеются москитные сетки. Вот такие вот встроенные. Гостиная. Большая гостиная. Здесь пол у нас плитка. Кухня-гостиная, единая зона. Когда заходишь в квартиру, сразу такой вау-эффект, потому что ты видишь только море. Вот такие замечательные виды. Хорошая современная кухня. Много мест для хранения. Каменная столешница, каменный фартук. Тут выполнено, я думаю, что вы сделаете не хуже. Давайте к входу. Это наша входная дверь, две квартиры на этаже. В нашем случае последний этаж, одна квартира на этаже, шкаф в прихожей. При входе у нас тоже большой санузел. Огромная раковина с зеркалом, большой шкаф и душ. Имеется родительская спальня. Здесь два окна и встроенный шкаф глубокий. На полу везде плитка. Для лета, которое у нас уже настало, это лучшее решение.
И есть детская спальня. Не маленькая. Здесь у нас стоит огромный шкаф во всю стену.